Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире 2014 год, Северный Ирак, Шангал, 1915 год, Западная Армения. Та же картина, тот же турецкий почерк, Гегам Манукян. Что бы произошло, если бы не было совершенного против армян геноцида? Баку вновь заявляет, без изменений в Конституции мирного договора с Арменией не будет. Города Западной Армении – Ван. Новая дорога в святыне Чекнавож. Айкмар Тирусян завоевал серебряную медаль, победив представителя Азербайджана. Депутат фракции Армения Гегам Манукян сделал запись в Facebook. Сегодня мы вспоминаем и увековечиваем 10-ю годовщину геноцида езидского народа в Шангале. Тысячи невинных людей, включая женщин, детей и стариков, стали жертвами экстремистов, поддерживаемых Турцией. Тысячи были похищены, десятки тысяч стали беженцами. Сравните эти две картины. 2014 год – Северный Ирак, Шангал, и 1915 год – Западная Армения. Одинаковая картина, тот же турецкий почерк. Траур и поминовение один и тот же, палач тот же. Но справедливость и правосудие будут на стороне наших двух народов, которые одержат победу. Геноцид в отношении армян 1915 года оставил неизгладимый след в истории армянского народа и всего мира. Но что бы произошло, если бы 24 апреля 1915 года был обычным днем, и геноцид не произошел бы? Этот вопрос позволяет нам рассмотреть различные пути возможного развития событий и их исторические, культурные и геополитические последствия. Процветающее армянское сообщество в Османской империи. Если бы геноцид не произошел, армянские общины в Османской империи могли бы продолжать процветать. Армяне играли важную роль в торговле, образовании и искусстве, внося значительный вклад в экономику и культуру региона. Отсутствие геноцида позволило бы этим общинам продолжать развиваться, обогащая многообразие региона. Сохранение культурного наследия. Армянское культурное наследие, включая церкви, школы и культурные центры, сохранилось бы в лучшем состоянии. Это наследие могло бы стать сокровищем для армянского народа. Иная история диаспоры. Диаспора, сформировавшаяся в результате геноцида, была бы гораздо меньшей. Армяне, которые были вынуждены рассеяться по всему миру, спасаясь от преследований, возможно, остались бы на своей родине, способствуя более сильному и устойчивому развитию. Создание крупных общин за границей, таких как Франция, США и Аргентина, были бы менее выраженными. Возрожденная национальная психология. Отсутствие национальной травмы и памяти могло бы привести к другой психологической и культурной эволюции. Армянский народ чувствовал бы большую уверенность и спокойствие, строя свое будущее без бремени прошлого. В целом, если бы не произошел геноцид в отношении армян, история армянского народа была бы более стабильной и непрерывной. Более гармоничное развитие в культурной, социальной и экономических сферах позволило бы армянам внести большой вклад в мировую культуру и развитие, обогащая общечеловеческое наследие. Официальный Баку продолжает утверждать, что мирный договор с Ереваном не будет подписан без внесения изменений в Конституцию Армении, в частности, без исключения упоминания о декларации независимости из основного закона. Об этом в интервью региональному корреспонденту Азатюн Джошу Кучера заявил специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков. Полное интервью доступно по указанной ссылке. Города Западной Армении – Ван. Ван был одной из провинций Западной Армении. Центром провинции сегодня является одноименный город. Город на берегу озера Ван был основан царем Урартус Ардуром I 2846 лет назад. Первоначально город назывался Тушпа, также имел и другие названия, такие как Бианна, Ервандаван, Шамирамакерт, Вантос и другие. Ван был также центральным городом провинции Васпуракан Великой Армении, где проживала правящая династия Арцруни. В Ване была богатая растительность, красивые сады. Район Айгешат был назван Айгестаном. Истинное происхождение названия Ван неизвестно. Его связывают с именем армянского короля Вана. Согласно другой версии, это измененный вариант Бианнили. В 1915 году турецкие войска вторглись в город и почти стерли его с лица земли, вырезав проживающих в городе армян. В годы геноцида жители Вана вели героическую борьбу против турецких войск. Часть армян, спасшихся от резни, обосновалась в Восточной Армении.
Турки, захватившие город, разрушили армянские кварталы. Сегодня правительство Турции желает стереть с этой земли постыдное клеймо геноцида и превратить регион в центр познавательного туризма. В городе Ване сохранились архитектурные следы великих древних цивилизаций и природно-геологические феномены. Крепость Ван, жемчужина царей Урарту, датируемая IX веком до н.э., урарские замки Кеф и Аянис. Ван – родина многих армянских выдающихся личностей, деятелей искусств и науки. Святыня Чекнавор Цаккабанг, расположенная в ущелье между деревнями Хулгума и городом, построены две металлические лестницы, чтобы людям было удобно спускаться к святыне во время паломничества. Также строится тропа к святыне, инициатор проекта – меценат Тумас Чевчан. Также в строительстве участвуют местные власти и жители деревни Хулгумо. Председатель Сакебулу Ахалкалаки Найри Иритян сообщил следующее – местные власти и жители деревни Хулгумо также внесли свой вклад в строительство. Жители Хулгумо сдают земельные участки в аренду, собранные деньги тратят на благоустройство деревни. Тумас Чевчан считает важным создать удобства для односельчан. На данный момент построены две металлические лестницы и небольшой мост. Работы по благоустройству дороги еще не завершены. По словам Чевчана, дорога будет покрыта бетоном. Населению было неудобно спускаться по каменистым скалам, поэтому я решил построить лестницы и облегчить путь к Чекнавор. Я также построил бассейн, чтобы люди могли купаться, так как вода в реке очень грязная и, следовательно, купаться невозможно. А бассейн наполнен чистой родниковой водой, подчеркнул Тумас Чевчан. Тумас Чевчан также сообщил, что во время работ по благоустройству дороги строители нашли надгробие его дяди, который носил то же имя, что и сам Тумас. Азербайджанские военные отступили с позиции. Ее заняли пограничники национальной безопасности Восточной Армении. 7 августа – «Спутник». Примерно месяц назад азербайджанский пост был отведен с участка Беркабер-Кызыл-Хаджил в Тавуше. Об этом в интервью News AM сообщил руководитель административного района Беркабер Тигран Арутюнян. По информации «Спутника Армении», от 1 августа имеются неподтвержденные данные, что азербайджанские пограничники отступили с одного из постов Тавуши. Согласно договоренности сторон, пост заняли пограничники национальной безопасности Восточной Армении. В ответ на запрос «Спутника Армения» Национальная служба безопасности Восточной Армении не прокомментировала эту информацию. Также сообщается, что подразделения государственной пограничной службы Азербайджана отступили с позиции, где проводились работы по демаркации. Состав команды Чесси, в которой участвовал ведущий армянский шахматист Айк Мартиросян, стал бронзовым призером командного чемпионата мира по шахматам «Блице». Об этом сообщает Федерация шахмат Восточной Армении. Айк Мартиросян также завоевал медаль в индивидуальном зачете, заняв второе место на третьей доске. В рамках турнира Мартиросян одержал победу над первым шахматистом Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым со счетом 2-0. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!